За окном мокрый снег, столбики на термометрах то опускаются вниз, то поднимаются вверх. Но в случае экстремального похолодания и снегопада в снегоуборочные машины готовы выехать на расчистку сразу же. Брестские коммунальщики уверяют, заснеженные дороги убираться будут вовремя и на должном уровне. В арсенале порядка 80 единиц спецтехники. Противостоять непогоде будут снегопогрузчики, тракторы, самосвалы и пескоразбрасывательные машины. А пока они ожидают своего часа в автопарке предприятия. Коммунальник. Создана дежурная смена, мы круглосуточно уже дежурим, то есть мы мониторим ситуацию по прогнозу погоды, то есть при наступлении отрицательных температур мы уже заранее сформированы дежурной сменой, люди выходят, ночуют, дежурят. Снегоуборочная техника заступить на круглосуточное дежурство может прямо сейчас. Песко-соляная смесь также ждет своего часа. Более 25 тысяч тонн противогололедного реагента. Запас на зимний период. Заготовили мы достаточное количество песко-соляной смеси. По плану 25 тысяч мы уже приближаемся почти к 100% плану, 23 тысячи с половиной уже у нас готово. Горожане города Бреста могут спать спокойно, что мы стоим на страже их безопасности, безопасности дорожного движения. Не стоит забывать об ответственности и жителям города, если не за порядок, так за создание условий для его наведения. Когда трудно проехать где-то в каком-то районе, это все за счет того, что вот очень сейчас плохо, что очень много машин. Вот. В этом и трудности, чтобы люди да не оставляли машины на проезжей части. Вот. Этим помогут быстрому убору. Уборки снега. Специалисты коммунальника стоят на страже чистоты круглосуточно. Их называют визитной карточкой города, и они продолжают держать высокую планку. Расширяют линейку техники, обновляют материально-техническую базу. К примеру, этой осенью был произведен ремонт диспетчерского пункта. Сегодня его работники способны максимально оперативно реагировать на все транспортные происшествия. Диспетчеры в реальном времени отслеживают работу машин по всему городу. В случае поломки мы видим, что что-то произошло, в случае там обрыва связи мы можем это, скажем так, вовремя среагировать, оперативно поменять ту или иную технику на маршруте. Этой зимой работать будут, опираясь на солидный багаж знаний и опыта, поэтому стоит ли сомневаться, что город над Бугом будет чистым, а в случае обильных снегопадов, транспортных коллапсов не возникнет, ответ очевиден.